справилась бы я, если бы мне дали такое задание. Кто его знает? Нина. Мадина, Басай. Ну, сделай. Я молчу. Где я знаю, я кричу. Где не знаю, я молчу. Меня зовут так. Нина. Нина. Да. Мой Нинка. Образ – это известный блогер Мадина Басаева. Угу. Вот. На самом деле у нее в основном весь образ собран из спорта. Единственный вот нежный вариант у нее я нашла вот в этом сочетании. Угу. Я приближенно подобрала то, что было по цветовой гамме, да, с кожей. И вот, ну, приблизительно похожее что-то визуал. Но да. Мне кажется, да. Как-то это сочетается. Это сочетается. Это неформальные штаны, это неформальная куртка. Ни к чему-то тут не привязывалась, как бы. Поэтому, ну, все то, что вот ты сейчас показала, все это сочетается, все нормально. И тебе очень как бы идет и похоже. Так все нравится, все устраивает, все хорошо. Молодец. Ну, то, что нашла, правильно, надо подыскать образ, который у нее может быть еще каких-то там дофига. Правильно? В основном, да, спорт, но ближе тематика, то, что подходит мне, будет да. ближе. Правильно. Себя, ее и ассортимент магазина объединить в одно, найти и создать этот образ. Вот сегодня была ваша задача. Молодцы. Ну, в принципе, по мне справились. Не знаю, справилась бы я, если бы мне дали такое задание. Кто его знает? Может быть, под большим вопросом. А вы молодцы. 10 баллов. Спасибо. Да. Все, что на фотографии, все подходит.